Уважаемые педагоги, уважаемые родители, уважаемые коллеги, сегодня у нас действительно праздник, сегодня знаменательный день. Уже вот много-много лет в Элисте не строилось новых школ. Сегодня мы продолжаем эту славную традицию строительства. Строительство детских, дошкольных, общеобразовательных учреждений, садиков, яслей. И вот теперь этнокультурная гимназия имени Зая Панди. Это знаменательное событие останется в памяти у всех нас. Но мне хочется, чтобы это событие осталось в памяти у вас, дорогие ребята. Потому что это ваш второй дом. Это ваш родной дом. Для первоклашек, надеюсь, для большинства из них, он останется таким до получения аттестата. Для тех, кто пришел сюда с средних, старших классов, эта гимназия станет калиткой, дверью во взрослую жизнь. Этот дом мы строили все вместе. Строили с надеждой на то, что наше новое поколение, вы, дорогие ребята, будете продолжать строить нашу республику, нашу страну. Эта гимназия появилась волей одного человека, президента нашей страны, главы нашего государства Владимира Путина. Несколько лет тому назад он принял решение не просто продолжить строительство, а сделать эту гимназию совершенно иной. И вот 14 месяцев тому назад всего лишь мы снесли развалины старья и стали строить новый дом, ваш новый дом. В этот день я, конечно же, хочу выразить особые, самые искренние слова признательности и благодарности строителям, сотням рабочих, которые трудились здесь, на этом объекте, для того, чтобы у вас появилась новая школа. Для того, чтобы она отвечала требованиям современного времени. Для того, чтобы эта школа по-настоящему стала образцом школ для всей Российской Федерации. Ваш директор Мингиан Тагирович сказал, что эта школа одна из немногих такого класса у нас на юге страны. Но поверьте, и в нашей столице, в Москве, и в Санкт-Петербурге таких школ тоже единицы. Нам нужно беречь нашу гимназию. Нам нужно, чтобы она стала не только красивой внешне, но и по прошествии времени мы стали гордиться вами, дорогие ребята. В этот день я хочу выразить свою личную признательность и благодарность главному строителю Александру Николаевичу Бамбышеву. Хочу поблагодарить всех педагогов, кто пришел сюда в новые стены. Пришел со своим опытом, профессионализмом, самое главное, открытым сердцем для вас. Хочу поблагодарить родителей за их долготерпение, за то, что мы ждали долгие-долгие годы, но ждали спокойно, без истерики, и верили, что рано или поздно гимназия откроет свои двери. И хочу пожелать вам, дорогие ребята, особенно, конечно, нашим самым маленьким, учитесь хорошо, слушайтесь своих учителей, своих родителей. Сделайте все, чтобы эта школа запомнилась вам на всю жизнь. Запомнилась с хорошей, доброй стороны. Добрый путь. Цаан халхта.